Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch D2. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, для начала мы ищем нужный нам язык, выбираем. И далее нам нужно скачать приложение Huawei Health. Здесь мы выбираем устройство и нажимаем «Добавить устройство». У нас идет поиск устройств, также можно открыть на часах, использовать QR-код нажать и в приложении нажать «Сканировать». Если у вас не находятся часы, у меня нашлись, я нажимаю «Подключить». Нажимаю «Добавить» и на галочку на часах. Здесь мы можем ознакомиться с условиями использования, ставим галочку, нажимаем «Далее». Нажимаем «Продолжить». Здесь можем включить автоматические обновления, нажимаем «Готово», нажимаем «Продолжить». И здесь мы можем еще ознакомиться с тем, как у нас часы работают. Вот, и нажимаем «Готово». И на часах мы также можем ознакомиться с тем, как ими управлять. Нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.